Друзья, сегодня у меня вот такой фрукт манго, очень спелый, из Вьетнама. И я хочу показать вам, как его разрезать. Посмотрела на сайте. Ожидание и реальность. Выглядит на картинке все красиво. Вот такой у меня веселенький денек. Огоньки мигают, манго ждет своего часа. Выглядит манго как сладкая картошка в Америке. Чистится как картошка. Вкусный, спелый. Так, красивый букет, радует глаз. На сайте выглядит разрезанный манго вот так. А в реальности... Та-дам! Как-то так, друзья. Ну ничего, съедим. Наверное, слишком переспелый. Нарезать, как на сайте, у меня не получилось. Всем добра!